скажем так, не все получилось в этом 2011 году горячим, хотя планировалось, что поедет в полном составе практически сборную Украины на Универсиаду, практически все ребята были готовы студентами, но так получилось, что ряд игроков остались из национальной сборной. Спасибо «Локомотиву», что они откликнулись и помогли в этот момент, потому что были бы в накладке, и могло получиться так, что команда не успела прилетать из Китая и лететь в Израиль. Поэтому немножко мы тут, скажем так, не доработали вот из-за этого. А в принципе, на Универсиаде выступили. Я думаю, если бы поехали в свою сборную, как планировалось, я думаю, что мы могли бы побороться за первое место. Это было реально, с Россией играли, и ребята очень здорово сыграли. Хотя, как это добирались, это одна из сплошных историй. И ночевали сутками в аэропортах, в аэропорту туда летев, так что такие были проблемы. Но, тем не менее, ребята собрались и сыграли там очень здорово в Китае. И были такие игры очень сложные, особенно с Ираном при выходе в подгруппы, потому что команда над сборной приехала, практически сборная страны, которые выступают в чемпионате Азии, и очень удачно. Поэтому с ними была очень сложная игра. Вроде бы по счету было 3-0, но каждая партия была очень сложная. Даже было после игры небольшой конфликт между игроками, потому что все-таки не были забиты на победу Ирана, ну так получилось. Вот. И в дальнейшем ребята, поймав кураж, они, скажем так, почувствовали, что не могут играть, и с каждой игрой добавляли. То есть немножко где-то с Россией все-таки авторитет России и ряд игроков все-таки сделали свою роль и в концовке там не дожали. Вот. Поэтому здесь было как-то в плане правильно. Немножко не доработали в плане, что сборная на цикле, олимпийском цикле, где-то немножко недоработан, в каком плане. То есть перспективы не отработаны, были перспективы. Да, понимали, что пройти полностью, уже выйти, занять первое место в этой группе и выйти в дальнейший отборочный момент, понимали, что это практически нереально, но работать надо было, было в моих планах, чтобы эта команда работала на этом отборе, наигрывалась, потому что для сборной Украины нет возможности сыгрываться. Мы каждый год 3 игры сыграем на отборочную Европу, проиграли, что-то выиграли, и год сидим без работы. То есть вот это вот мы надеялись, что все-таки здесь и команда наиграется. И ряд молодых игроков бы мы увидели. К сожалению, мы не видели ни перспективных игроков, ну, кроме как бы уже говорили, что этот Тамин, вот еще что-то такое перспективное видно в сборной. Все остальное я не видел в сборной перспективы, ни молодых, и что будет завтра, будем теперь думать с нового года. Кто будет работать с командой, это уже место, в принципе, свободно, вот, и, как бы, пожалуйста, любой может тренер предложить свои условия, свои предложить программы, и это будет распланироваться в ближайшем исполкоме в феврале месяце. Вот, то есть перспективы и по молодежным сборным, недавно был тренерский, комиссия была на Кубке, собирался весь тренерский совет Суперлиги, вот, и там решались перспективы на следующий год. То есть, да, год прошел, итоги подвели, где-то 95-й год сборная неудачно выступила, но она, по крайней мере, выступила. Уже один раз она съездила, что-то показала, какие-то проблемы. И я думаю, что вот эти сборные, 93-й год, 95-й год и национальная сборная, я думаю, что мы немножко это подтянем. И если нам немного поможет и министерство, и страна, в принципе, и найдется спонсор, я думаю, что у нас все может получиться. Вот тем ребятам, которые играли и за страну, и в чемпионате, конечно, хотелось бы поблагодарить их и пожелать им удачи, побед. И многие ребята после этого уехали, и Тупчи уехал в Россию. Но, тем не менее, когда уезжал, он лично мне говорил, что в любой звонок я в сборную приезжаю. То есть вот таких людей нужно уважать, ценить. И пускай едут за границу, играют, учатся, но по первому же зову они должны приехать в стан команды национальной сборной, отработать за страну. И дальше ехать, зарабатывать деньги. Вот им хотелось бы пожелать удачи, побед, здоровья. И поняли, где они родились. Но опять же таки я говорю, что на данный момент я буду выставлять свою кандидатуру на тренера сборной Украины. В принципе, планы были, и в дальнейшем планировалось работать. И как один из вариантов, потому что это одно из главных. Меньше работать с клубами, потому что тяжело работать и с национальной сборной, и с клубами. Так оно в этом году хорошо, удачно получилось, что все-таки я все лето провел со сборной на Универсиаду, и если бы не Бородаренко Николай
и Николаевич, я думаю, было бы очень сложно подводить команду. Поэтому как бы в таком тандеме мы работали, и все очень у нас здорово получилось. Поэтому планы есть работать со сборной, может быть, смотреть за молодежной сборной. Вот такие есть планы. Именно обратить внимание на национальные сборные страны. Ну, если это нужно будет федерации и будет, как говорится, та работа, которой я могу заниматься, в принципе, тот же, и по сборным, и следить вот эта работа с министерством, с гостренером работать, чтобы мы понимали, как строить сборные, как это делается в каждой стране, где человек отвечает за сборные при федерации и отслеживает, какие людей, то есть, как бы, и работать с тренерами, то есть, вот это может быть... Я бы вот поэтому понимаю. А сильно так в чиновники идти в министерство, я думаю, пока нет, потому что все-таки больше мне нравится практика, больше мне нравится работать с детьми, с людьми, с игроками. Мне вот это вот больше, да, подходит.